Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олексія Хмирьова давно вийшла за межі закладу, де просто зібрані видання. Це майданчик для тематичних зустрічей, в тому числі для тих, хто займається підприємництвом та піклується про розвиток свого бізнесу. У нас є для цього майже все. У нас є інформаційні ресурси, тобто ми інформаційна база, можемо надавати будь-яку інформацію. Тим більше, що нас пов'язує тісна співпраця з цим фондом, бо ми працюємо в рамках нашого бібліотечного проєкту, тобто на базі майже всіх бібліотек нашої області працюють центри, інформаційні центри підтримки підприємництва, тобто в Skype. В форматі надаються безкоштовні консультації, проводяться різноманітні тренінги, і ми надали цьому проєкту подальше життя, і я сподіваюся, що нам це вдасться. А віднедавна бібліотека стала місцем проведення дискусії. Це площадка для культурної дискусії. Наше общество сильно монополизировано высказываниями разных политических, государственных деятелей, и в том числе и обыкновенных наших граждан, которые привыкли командовать в обществе, дома, на работе. А дискуссию мало кто умеет качественно вести. И вот проект, которому уже 2 года, направлен на то, чтобы формировать культуру дискуссии, аргументированной, компетентной. Не эмоциональной и схоластической, а действительно профессиональной. До участі у дискусіях запрошують через соціальні мережі та інші інформаційні платформи. Їх учасниками можуть стати всі, кому цікава тема обговорення. Это люди самых разных профессий, возраста, но которые неравнодушны вот к тем темам, которые мы выкладываем. И они будут отстаивать свою точку зрения аргументированно, что хорошо, что плохо, что допустимо для нашего общества, чтобы оно все-таки развивалось. Тема останньої зустрічі – міграція. Підказали її теж соціальні мережі та ЗМІ. Адже за останньою статистикою щомісячно з України виїжджають до 100 тисяч чоловік. Любой меседж, который выкладывается по поводу иммиграции, сразу же складывается из противников ярых, которые считают, что нельзя уезжать, надо жить и работать в своей родине, и людей с другой стороны, которые считают, что рыба ищет где глубже, человек там, где лучше. Ну и вот на основании этого, для того, чтобы быть готовым в том числе и к таким контраргументам, мы придумали, что сегодняшняя тема будет посвящена этому. На дискуссионных клубах ничего не продается, ничего не покупается, ни за что не агитируется. Мы просто пытаемся научить наших участников иметь свою точку зрения, аргументированную отстаивать и быть толерантным к мнению другого человека. Однозначно ставитись до проблеми важко. І у тих, хто підтримує міграційні процеси, і у противників – залізобетонні аргументи. У самого Володимира Євсеєва своя точка зору обґрунтована економічними показниками. Я боюсь, что было бы, ну, не катастрофа, но что-то было бы очень бы нехорошее. Ведь дело в том, что то количество денег, которое переводится из-за рубежа нашими зарубежчанами, это очень большая сумма, которая превышает все инвестиционные потоки, которые идут в Украину, там, из офшорных зон в том числе и тому подобное. То есть те наши миллионы, которые выехали и работают там, они поддерживают косвенным образом, но поддерживают экономику нашей страны. Поэтому здесь должен присутствовать здравый баланс между теми, кто живет здесь, и тем, кто работает и финансирует, в том числе, свои собственные семьи. То есть здесь нет однозначной позиции. Это хорошо, это плохо. Совершенно верно. Тема еміграції в миколаївських ЗМІ останнім часом майже не обговорюється, хоча свого часу була надзвичайно актуальною. Варто тільки пригадати, скільки висококваліфікованих корабелів тепер працюють на верфях багатьох інших країн. Втім, і саме поняття міграції не треба сприймати однозначно. Є нюанси. В принципі, якщо говорити об еміграції взагалі, то потрібно розділяти эмиграцию по подвидам. Да? Ну, здесь в этом сюжете говорилось о, ну, такой эмиграции далеко, возможно, навсегда там, и так далее. Да? Ну, во-первых, у нас есть эмиграция внутренняя, то есть внутри страны. У нас огромное количество людей из Николаева, ну, скажем, можно и так назвать, эмигрировало или иммигрировало в основном в Киев, да, потому что там больше возможностей для работы, для самореализации и так далее, и так далее. Есть
трудовая миграция. То есть трудовая миграция – это некая временная, временная эмиграция, которая позволяет, опять же, либо реализовать себя за пределами страны, за пределами Украины, неважно в какой стране, но потом возвратившись назад. А есть эмиграция как эмиграция, то есть настоящая, то есть со сжиганием мостов, то есть уезжать навсегда. И вот эта эмиграция, она, ну скажем, в принципе во все времена считалась трагедией. Так, раніше це дійсно була трагедія, щоб не казали, а люди втрачали батьківщину назавжди. В сучасному світі це не так вже й страшно, адже немає проблеми пересування. Люди уїжджають, ну, навіть не за лучшою життю, а просто тому, що тут невозможно не то, чтобы реализоваться, вот слово не могу подобрать, ну, для некоторых невозможно дышать уже, да, образно говоря, для некоторых невозможно найти работу, для некоторых нет реализации, как для творческой личности, ну, масса причин. Поэтому, в принципе, ничего особенного нет. Ігор знає, про що говорить. В далекому 96-му він і сам був трудовим мігрантом, протягом року працював у Чехії. Я там продержался около года и вернулся назад не потому, что там что-то не получилось или было плохо там и так далее. Вот я соскучился. Правда, я соскучился. Я там работал в типографии, печатником, то есть по своей первой специальности. У Сергея Стужука свой погляд на проблему. На самом деле в нашей стране созданы прекрасные условия для развития отечественной науки, образования, IT-технологий и других отраслей народного хозяйства за границей. То есть у нас мы прекрасно готовим людей, которые шикарно и конкурентоспособно устраиваются в других местах. Потому что для таких наиболее популярных стран за границей, как в Европе и Америке, сами американцы готовы эту работу выполнять только за в 2, а то и в 3 и в десятки раз зарплату больше, чем наши. Наши готовы на гораздо меньшие условия и поначалу рвут, грызут границ. Это естественные условия для любого человека, переселяющегося в другой более популярный город либо страну. Мы знаем, говорил Игорь про Киев. Я учился в Киеве, когда любой николаевец достигнет в Киеве гораздо больше, больших высот достигнет, чем сам киевлянин в среднем, потому что ему есть за что бороться, потому что он сжег мосты, у него нет там жилища, ему нужно это жилище заработать, ему нужно проявить себя, сказать, что он лучше других. То же самое касается за границей. Однією з причин нинішнього спалаху міграції Сергій Стужук називає військові дії на територію країни. Хоча вона не є основною. Насправді, куди б ви не поїхали, варто враховувати підводні течії. Інколи доволі міцні. Я б не сказав, що це головна причина. На самом деле, не так сильно она влияет на людей. И до этого была эмиграция. И я надеюсь, эта война закончится. И после этого она, к сожалению, будет. Главная причина, как и войны, как и других проблем, это экономика. Это и проблема и преступности, которая развивается у нас. И за этим наши люди уезжают. Молодые люди, зрелые, которые еще востребованные по своим качествам тогда, они уезжают. Но я хотел бы здесь сказать и другой нюанс. Разные страны у нас рассматриваются для эмиграции. Есть очень много экзотических, но чаще всего все-таки это рассматривается либо Европа, либо Северная Америка, США и Канада. Так здесь я хотел бы отметить такой нюанс, который не все знают. Касаемо Европы, у меня очень много есть друзей, я не только общаюсь с ними сейчас, находясь здесь, я у многих был в Европе, своим друзьям ездил и в Соединенные Штаты, и знаю не понаслышке, каким образом жизнь происходит за границей, в том числе и в эмиграции, как в рабочей, так и в эмиграции с концами, которая чаще принимает более широкие масштабы. В Европе, если вы уедете, нужно это знать всегда и отчитывать это, вы всегда будете мигрантом. Ваші діти завжди будуть іммігранта, сином іммігранта, як би ви не називали. Студент аграрки Юрій Гаврилюк розглядає можливість міграції, але в контексті надбання досвіду. А от реалізовувати себе планує в рідній країні. Я планую, можливо, на декілька місяців поїхати, попрацювати за кордоном, побачити. Але все одно, я думаю, залишатися в Україні і праця за кордоном розглядається мною лише як... дополнительний заробіток, можна сказати.
А от Софія Рут навпаки готує себе до того, що в Україні не житиме. Навчається на інженера, додатково вивчає дві іноземні мови. Крім того, планує пройти курси барменів. Адже бармену знайти роботу простіше, ніж інженеру. Старші колеги радять спочатку визначитись, чим конкретно збираєтесь займатися за кордоном. Треба мати чітку мотивацію. Головне, що потрібно дивитися, це чим ви збираєтесь там займатися. Уїхати – це проблема, але якщо ви преодолели і не знайшли собі роботу, не знаете, чем вы будете зарабатывать, это очень сложно. И второй вопрос, все-таки вот не зря вопрос, как казалось бы, такой не прозвучавший еще патриотизма, любви к родине, казалось бы, от таких вещей страшных, которые у нас бывают, можно бежать, не оглядываясь назад. Проходит время, и все эти страхи почему-то куда-то улетучиваются, и люди хотят домой. Люди не просто не созревшие, я лично знаю людей, которые получили американское гражданство, не то, что уехали, вид на жительство, и вернулись обратно в Украину. Потому что они не могут там жить. Говорят, мне здесь лучше. Ну, правда, хорошо жить в Украине с американским паспортом, поверьте мне. Но, тем не менее, он там не хочет жить. И не один человек такой. Так что в данном случае решать нужно каждому по себе. И очень правильно было сказано, что у молодежи есть хорошие в этом направлении плюс, то, что они могут съездить, посмотреть, поработать, особенно есть программы такие, и уже увидеть своими глазами, прочувствовать на себе, на своей шкуре, подходит оно или не подходит. Вы должны понять, что если вы уехали куда-либо, в одну страну, или вторую, или третью, там зарабатываете деньги, у вас кроме денег уходят ваши года. Представьте себе, там вы сейчас 25 лет, там, закончили вуз, и поехали там, в Португалию зарабатывать деньги. И там потихоньку что-то с семьей щелкать, и там прогуляли, еще что-то. И через 10 лет, если вы там не остались навсегда, приехали сюда с какие-то даже суммы денег, которые вы тут же их прокутите за год, за два, как правило, оно все спускается. И вы опять становитесь в очередь на рынок труда, только те ребята, которые 10 лет здесь что-то делают, в каких-то компаниях уже что-то шли, ви приходите вже на нижчий рівень, ніж мені. Як бачимо, у всіх своя мотивація – поїхати чи залишитись в Україні. І думки кожного мають право на життя та реалізацію. Тож, варто їхати чи залишатись? Стоїть уїжджати. Є бажання, значить, потрібно їхати. Є можливість учиться, поработать, попробовать, пощупать. Потому что человек, как я люблю говорить, существо тактильное. Ему нужно все время что-то щупать, для того, чтобы понять, существует вот это, плохо это или хорошо. То есть горячо или нет. Да? То есть есть какие-то сомнения, грызет какой-то внутренний червячок. Значит, не нужно ехать, потому что это будет мучение. Поехать, пару месяцев побыть, потратить кучу денег, нервов, вернуться назад, съесть нервы родителей там, и тогда, и все, и на этом все прекратится. То есть это такое, это внутреннее состояние, поехать или не поехать.